Смотри, замка нет. Серьезно? Да. И лестница. Лестница закрыта. Да. Ну да, лестница уже, кстати, на замке какие. Всем привет! Мы пошли посмотреть вышку, которую поставили, когда был локдаун с апреля по май 2020 года. Ее воткнули быстро, и как они туда проехали, чего непонятно. Там кусок леса, и стоит эта вышка вот так. Кому интересно, смотрите. Вообще, какие-то параноики в интернете говорят, что вот в таких светодиодных фонарях якобы стоят датчики 5G. Ну, по-моему, это уже высший уровень паранойи в неком роде. Я не знаю, нет. Ну, просто, блин, хуй его знает, я, ну, имею в виду, откуда они такой берут. Как по мне... Ну, знаешь, по мне лучше поверить, знаешь, во что? Вот были одно время, вроде в 80-х популярны одни вещи. Называются эти, как это, башни лунного света, которых как использовали? У них использовали эти ультрафиолетовые лампы, что получают, что свет вроде бы тусклый, как от Луны, а вред глаз, как от Солнца. Вот где гарантия, что он там не выжигатель глаз по-другому? Не, ну согласись, в это немного больше верится все-таки. Фишка в другом. По крайней мере, что говорили эти сектанты из Чебаркуля, если заменить одно слово на другое, практически вот оно. Уже половина событий произошло. Надо понять, куда идти, блядь. Это точно. Сюда. Пакет какой-то. Пакет как знак. Да. Так, идешь? Угу. Ну да. Только тут эти елки. Вон вышка. Мы к ней прям на. Мы прям на нее идем. Слушай, а у меня есть бандан какой-то? Ну, вряд ли. А зеленый? Вроде я его не нащупал. По-моему, у нас нет бандана. Опа, огонек видно. Тот, который, помнишь, я тебе говорил? Он, походу, под самой вышкой. Да я знаю, но ее сейчас не видно будет. Блин. Ну, это да. Ну да, рюкзак твой видно. Оп, да. Опа. Заборчик. Ну чё там? Так. Высоко не поднимай, ничего. Понял. Держи вот так. У лица вот так. Сам понял, где его, да? Ну чё? Мы пришли. Ну чё? А вот и огонёк, кстати. Интересно. В натуре смотри, она не такой. Ну что ты там? Готов? Сейчас. Раз, два, три. Готов, да? Пошли. Оп. Чего? Просто так.
Осторожно. Камер нет? Если я рассматриваю, вроде нет. Да уж. Интересно. Прикольно. Такая вышечка. Чуть такое я не знаю. Щиток электрический. И это какой-то щиток вот на ушке. Нет, мне другое интересно. Оно. А это что за красная шляпа, интересно? Это 380 кабель подключения. А зачем, интересно? А хуй знает. Вот, кстати, второй. Где? Вот. Я видел. Ну, зато мы добрались до нее. Ну да. Хоть сблизи я посмотрел, как они выглядят. Как это, да, все выглядит. И я увидел зато. Ну да. Так, сюда как бы. Это сюда, вот уже... да нам нахер сюда не ну, надо. Да. Тут вон все равно сам. Да. Провода, какое-то устройство непонятное. Это точно. Тихо. Ну тут всякая хрень светится. Угу. И вот чего-то. Это тоже электрический щиток. Вон, видишь эту пометку? Где-то выключатель должен быть, видишь, лампочки. Угу. Ну, знаешь, вот тут сейчас фиг найдешь. Если так подумать. А замок висит, да? Туда не залезешь наверх. Ага, замок. Ну ладно, что ж сделаешь? Кстати, сбоку он что-то там на нем есть, на кабеле, ну, подключение кабеля. Ну что, я думаю, свалим отсюда. Ну да, считай, смотреть тут как-то... Да, оказалось, тут смотреть нечего. А если бы и можно было залезть, то вряд ли бы кто-то из нас полез. Не, я бы полез, но... А, не слишком высоко. Да. Ну все, ладно. Можно сказать, все сделали. Типа миссия выполнена. Да. Все. Фонарь. Тебя тоже видно. Все, выключаю. Интересно, она рабочая? Газ вон там, это. Ну и вся отсюда не видно. Но сейчас поближе подойдем, увидим. Не, не просто интересно. Она тоже без замка. Будет смешно, если да. Она не рабочая, да? Ты знаешь. Фиг поймешь. Пуф. Серьезно? Ты, блядь, в этом лесу ничего. Все не рабочее, да? И без замков, походу. Да. Иди сюда. Ну что там? Тихо. Из разряда вас всегда кто-то видит, а вот они-то не знают, что мы здесь стоим и снимаем. Ну тебя посветить не надо. Че, закрыто, да? А это, блин, деревья. А это закрыто, да? Короче, чего только в этом лесу нету. Все, выходим отсюда. Огню? Выключаю? Да. Походу они что-то ищут. Типа их видно, да? Да, красную лампочку. Ну все, самое главное, что их видно. Там тачка. Угу. Такое ощущение, они там что-то искали. Мы, конечно, не будем говорить, что... Сейчас. Мы не будем говорить, что они искали закладки. Но, блядь, все похоже на то. Похоже, они в тачке все. Да. Уже вода. Вот оно, болото.
Опа. Блин, не нырнуть бы туда. Вот, вода началась. Вот болотина. И на болотине туман. Четко, да? Ну вот, посмотри, постой. Ну что, интересно? Как впечатление? Что? Ну и зря. Эффектно, да, туманище-то все-таки? Так. Я смотрю, в воду бы не наступил. Вон пар какой. Ну что, идем искать стол. То есть вот, кому не видно, это уже болотина все. Вот она начинается, вода, и вон туда дальше. Как бы здесь мы в детстве гуляли. Не, выключай пока. Ну, так как меня смотрят дети, я хотел бы детям сказать следующее. Ребята, не стоит портить свою жизнь. И для примера скажу, брать бабу с тремя детьми, чтобы работать на нескольких работах. А она все это время будет от этого человека гулять. Так что потратьте лучше свою жизнь на что-нибудь другое. Например, на себя.